В наше время, когда многое измеряется материальными ценностями, все еще есть люди, которые способны жертвовать своим временем, отдавая свои силы и старания на благо других. Не прося ничего взамен, они делают жизнь вокруг лучше и от этого меняются и совершенствуются сами. Их можно назвать добрыми ангелами, но мы их называем волонтерами. Они везде, где нужна помощь и поддержка, тепло человеческого сердца и просто доброе ласковое слово. Именно на этих людях держится организация Красного Креста, а в Брестской области их порядка 2000. Эти люди настолько в наше такое непростое время сохранили доброту, чистоту, искренность. И они делают все, по всем направлениям работают, какие есть в Красном Кресте. Это и первая помощь, и оказание помощи пожилым людям, и деткам, и людям с инвалидностью. Это какие-то инициативы по профилактике различных заболеваний. В общем-то, все, что мы делаем руками волонтеров. Чтобы поблагодарить этих замечательных, неравнодушных людей, ежегодно Брестская областная организация Красного Креста проводит конкурс на лучшего волонтера. Финалистов со всего региона приглашают в Брест, поздравляют, вручают призы и дипломы. На этот раз на конкурс было подано 16 заявок и было отобрано 12 победителей. Среди множества номинаций, в которых они отмечены, есть и такие, как лучшая волонтерская группа, самый опытный волонтер и волонтерский дебют. Я знаю, что это такое, когда человеку плохо, когда вот одинокий человек, потому что я тоже живу одна. И поэтому я вот иду и занимаюсь вот этим. Меня это вдохновляет. Мы учимся в средней школе номер 5 города Пружаны и оказываем помощь детям с нарушением развития. Мы посещаем детские дома, коррекционные центры развития и социальные центры, и дома семейного типа. Ты чувствуешь себя нужным и приносит большую радость осознание того, что ты помогаешь людям, ты можешь облегчить их жизнь, просто даже поговорив с ним. Я являюсь членом волонтерского отряда «Голос и сердце». Он был создан на базе Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина. Конечно, мы занимаемся социальной работой, помогаем людям. Это дает какой-то шаг для нас, чтобы мы продолжали работать в нашей деятельности. Не каждый может быть настолько сильным и душевно открытым, чтобы принимать чужую боль как свою, решать проблемы и согревать теплом своего сердца незнакомых людей, кормить бездомных животных, приносить лекарства и продукты тем, кто в этом нуждается, помочь сделать уроки детям из домов семейного типа. Волонтер – это особая миссия и призвание для избранных. И пока они есть среди нас, можно смело сказать, что этот мир не без добрых людей.